Ученики первой гимназии вернулись с первенства Сибири по интеллектуальным играм. Из 250 знатоков Екатерина Главина заняла 3-е место в индивидуальном зачете. Нынешние участники команды «Есенин на сене» заканчивают 11-й класс, но им подрастает достойная смена. Состязания в стиле «что, где, когда» проводятся в учреждении каждый год для учеников всех параллелей. У нас уже сплоченная команда, и я хочу сказать огромное спасибо этой команде, потому что если бы вот у нас был другой состав, наверное, бы ничего бы не получилось. И просто, когда ты играешь, ты развиваешься, и вот на самом деле сидишь на уроке, что-то сказали, а ты такой говоришь, а я это знаю, это было у нас в вопросе, и это... Где-то куда-то в глубину идут. Люди формируют территорию, люди формируют города. Не города людей, а люди города. И вот это сегодня до всех дошло. И мне очень приятно было, когда практически все наши федеральные чиновники, правительство начинали с этого. Человеческий капитал. Гимназисты предложили главе округа учредить в Ангарске кубок мэра по интеллектуальным играм. Сергей Петров идею поддержал.